Нана и Петре. Вот уже почти год, как у меня возникло желание быть няней. Это немножко странно в Грузии. Несмотря на это, я все же верю. Очень скоро все вокруг это воспримут очень обычным делом. Что мужчина может быть няней. Для работы с ребенком, будь то няня, воспитатель в саду или в развлекательном центре, надо обладать особенным спокойствием. Моя работа будет примером того, каким может быть няня. Мне уже звонили несколько родителей, чему я был очень рад. Я действительно очень обрадовался, так как за последние несколько недель со мной связалось много семей, и у меня уже назначено с ними собеседование. Я думаю, что мы придем к соглашению, и в одной из этих семей я начну работать как няня их ребенка. Ромелиме оджахтан ме викнеби цидзя мати патараси. Педали у машины. У некоторых женщин размер ноги 40-й, но в основном 36-й, 37-й, 38-й и до 39-го, да? Те педали, которые монтируют в машинах, рассчитаны на размер ноги выше 40-го, чтобы задняя часть ноги упиралась в пол, и ты бы хорошо управлялась с педалью. Поэтому это не для женщин. Вообще машина не была придумана для женщин. Вот уже 11 лет, как я начала работать в автошколе, и открыла автошколу только для женщин. Первый свой дрифтинг провела в Сухуми. А она умеет водить машину? Я сказала, вы мне покажите того, кто займет первое место в вашем ралли. Пусть вначале он сделает. Если я сделаю 4 раза больше, что вы мне подарите? $2000. Пожалуйста, сказала я. Он сделал 6 курсов, 2 колеса. И все. Больше, чем 6 раз, не делал никто в мире. Я сделала в 10 раз больше. Они мне $2000 дали. И еще добавили 2. В то время женщина за рулем была неслыханным делом. Я люблю это дело. И вырастила женщин настоящих водителей. Это как чувствовать боль своего тела. Вот так я чувствую машину. Машина – это мое тело, моя кровь и плоть. Вот так я чувствую машину.